Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Zombie Diary Evolution 2. Поехали. Так, что мы тут видим? Цель. Кровавый госпиталь. Ничего себе название такое. А? Кстати, я что-то вспоминаю, мы, по-моему, давным-давно в нее играли. Так, моя первая цель — это уничтожить 10 зомби. Окей. Попробуем. Нифига мы ему там пачу-то размазали. Так, еще остается сколько? 3. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Жестко. Зайди в магазин, говорит мне девчуля. Лучше. Так, СИК П-220. Вот так вот, да, улучшался я. Он у меня экипирован, да? Получается, за 4000 мы можем взять вот такой кольт, потом игл, видимо. Воу-воу-воу, там пушечки-то пошли потом такие смачные. Ага. Тут еще будут и персонажи разные. Бэйн, Рэй Парк. Меня даже сюда воткнули. Так, 25 тысяч всего лишь стоит, нормально? Нормально. Ну что, друзья, я думаю, надо... А что это такое, бежать что ли? Давай глянем вот это вот. Райвер Андербридж. Что-то там связано с мостом. Ёк-макарёк, это кто там? Что за зомбятина бежит такая страшная? Да отвали ты. Посмотри на нее, а. Это у меня так крит-дамаг работает, что ли? Не мог понять. Просто мозги выносим на изи. Или она взрывается сама по себе так? Ха, непонятно. Иди ты. Так, есть. О, ранг S. Самый высший ранг. Так, теперь нам говорят крутануть бесплатно рулетку. 800 монет, это мало. Это, а, тут можно все крутануть бесплатно, ну давай. 4 самоцвета. Какой-то деревянный щит получил. Так, а что вот это такое? А, это, видимо, достижение, да? Ну и что? Почему мне не дали деньги? Я посмотрел, а мне не дали ни шиша. А, вот, все. Теперь получил. Ну что? Что это такое вот это вот? Что-то меня сюда не пускают. Мы возвращаемся с тобой в кровавый госпиталь. Что? Что ты мне хочешь показать? А, я должен пробежать расстояние, понял. Это что такое? Что-то подобрал. Так, опять в магазин, говорят. Ага. Это скорость прокачиваем за пробирки. Я понял. Не хватает. Все. Так, у нас тут что-то на время есть. Давай вот это вот попробуем пройти. Это у нас смертельное кладбище. Двадцать зомбарей надо подбить. Ого. Иди ты. Давай, вали, вали, вали. Есть. Сколько еще? Последний. Шикарно. Так, купить. Микроюзи. А как я тебе его куплю?
Он стоит 7500. Зашибись, купи, говорит. Фантазер, однако. Так, мы что-то здесь заберем награду. И где-то у нас во. Так, сколько у нас вообще? Так, тут еще что-то. Еще 500 монет. Ну смотри, 7600. В принципе, уже, наверное, можно покупать. Ну-ка посмотрим. Так, это не то. Да я не хочу. Что, зависло, что ли? Так, покажите мне, пожалуйста, весь список. 20 тысяч. Вот, 7500. Он... Крита вообще нету, прикинь. У него скорострельность, конечно, офигеть какая, но крита нет. Поэтому я, наверное, пока перебьюсь. Давай посмотрим, что это у нас такое. Кровавый госпиталь. Че, 30 секунд продержаться надо? Или что? Наверное, нужно продержаться. Куда ты бежишь? На. Так, а тут еще внизу у нас что-то есть. Видишь, тут щит. Опа, 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 какие-то ракеты. Ёк-макарёк. Все, да, надо было прождать время, и все у нас получилось. Так, награда. Еще 2000 монет. Так, ну что, давай, наверное, побежим. Это у нас, опять же, мост. Слушай, ну пистолет прикольный. Тут не поспоришь. Да отвали ты, бежит он там сзади. Так, 4 метра. Вот и все. Ничего сложного не было. Так, а вот это что такое? Не понял. Глаз. А, я не должен... Скорее всего, я не должен этих зомби пропустить в этот телепорт. Да отвали ты, лезет он ко мне. Фига тут такой расколбас. Тринадцать секунд осталось продержаться. Все. Высший ранг. Купить кольт анаконда. Перебьюсь пока, наверное, да? Хотя крит у него офигенный. Тут в игре есть такая реклама, которую ты смотришь, и тебя выкидывает. Выкидывает из игры в прямом смысле слова, прикинь. Так. Ну что у нас тут? Почему вот это вот не работает? Мне непонятно. Принять. 30 зомби я должен уничтожить. Йоу, 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 тихо. Жесть. Меня увалит. Прикинь, я чуть-чуть не хотел. Не хватило мне. Короче, потратил кристаллы и только за счет этого прошел. Так, есть только побег.
Погнали. Так, 20 метров нужно пробежать, да? Да отвалите вы! Да, жестковато. Слишком часто вылетает. Так, это что у нас такое? Опять же этот госпиталь? Че? Че это за пуколка? Ничего себе пуколка. Он как бомбашит. Нормальная такая пушка. Куда это зомби-то подлетел? Я понял. Тут, короче, волны будут постоянно бежать, и нам... Нам сейчас кранты. Самому чайник слупили. Нет, я попущу. То есть это как бы... Подожди, я думал, что это бонусный. Сколько стоит эта пушка? 40 тысяч. Блин, она прикольная. Повторить? Оу. Может быть, мне нужно куда-то идти? Что-то нужно же сделать здесь. Так, тут тупик. Ать. Ну тут, ребят, вообще невозможно. Это жесть. А это что у нас за уровень? Ну давай посмотрим. Ой. 25 метров должен провести ребенка, так? Эй! Жесть! Да ты... Посмотри на него, а? Вон он, вон он, вон он бежит, я вижу его. Это рэпер в этой шляпе специальной. Да. Блин, нам надо продвигаться. Так, пацан, живи. Не погибай у меня, смотри. Смотри, а. Ну опять он лезет, а? Они мне не дают даже пройти, прикинь? Друзья, ну это трындец, просто трындец. Пойдем. Пацан, беги, беги за мной. Нет, его... Его хомячат сзади, понимаешь? Пацан, ну что ты?
Не хватает у меня денег. Да. Да, ребят, я, возможно, поиграл бы в нее подольше бы, но, видишь, после каждого уровня реклама и после каждой рекламы меня выкидывают из игры, ну, такое себе удовольствие, а так, в принципе, игруха прикольная. Я вспомнил, что я давным-давно в нее играл. Ну, там я немножечко поиграл, а здесь, смотри-ка, у нас 27 тысяч монет. Куча всяких заданий. Вот это задание почему-то до сих пор не работает. Ну что, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.